хороший тактик, который именно локальные проблемы сборной Англии мог на тот момент решить. То есть такой, не знаю. Хотя, может быть, просто им нужен был, ну, мотиватор, но не хочет. Может быть, при Реднапе они бы лучше сыграли, допустим. Ну, неважно. Сборная Англии меня не особо парит. Я сейчас о России говорю. Какой вариант мне видится идеальным? Во-первых, никаких Бердыевых, Газаевых, Семенных, Хуеминых, просто в пизду, в помойку, блядь.